Шадринске после 4 лет перерыва прошел школьный фестиваль клуба веселых и находчивых. За призы боролись 9 команд из общеобразовательных школ города, а также гости из Шадринского муниципального округа. КВН всегда был отражением жизни. То, что школьники умеют смеяться над собой и происходящим, доказали команды, выходящие на сцену Шадринского драматического театра. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь, через много-много лет, я приехал в этот город, вышел на эту замечательную сцену. В зале сидели родные мне люди, и я громко крикнул: «Шадринск, я приехал! Я так о тебе скучал! Как вы жили тут все эти годы без меня?» И тут встанет одна из гостей и скажет: «Да все хорошо у нас, магазины открываются, цены у них поднимаются. Только как ездили мы на 101-м автобусе в город через новый поселок, так и ездили!» В рамках фестиваля под названием «Зимний фристайл» им предстояло сыграть 2 конкурса – «Приветствие» и «Разминка». Гран-при за приветствие получила команда под названием «Знай наших» из гимназии номер 9, бывшая 15-я школа. «Только ваши учителя могут посмотреть так, что с гробу наши дети сидящие соседи в классе. В конкурсе «Разминка» юным КВНщикам предстояло показать умение импровизировать. Команды пытались смешно ответить на вопросы жюри, а также на видео-вопросы от участников команды «Джентльмена удачи». Плюс им предстояло прокомментировать короткое видео. Лучше всего, по мнению судей, с разминкой справилась команда под названием «Зауральские хинкали» из школы номер 4. Говорят, 2 × 2 = 4. Так ли это? Короче, столица Лондона – это Париж, а биологию я сейчас вообще не учу. Кубок признания был вручен самой опытной школьной команде под названием «Высокопоставленные люди» из школы номер 2. Гран-при фестиваля получили гости команды под названием «Ёжики в тумане», представляющие Погорельскую школу Шадринского муниципального округа. Именно они были названы самыми смешными по результатам 2 конкурсов. Представьте школьника, у которого сбылись все детские страшилки. Значит так, сначала мама отдала меня вон тому дяде, потом я жил с цыганами, а потом вообще в детдоме. А завтра на работу выхожу дворником. Ну а куда ж мне еще-то? А что ты такого сделал-то? Не чешите манту. Мне очень понравилось. Соперники были очень сложные, но мы выиграли и вырвали кубок этот. Это победа всей команды. Мы заслужили эту победу, она заслуженная. Очень было приятно выступать здесь, и хотелось бы отметить, что все ребята были достойны, и если бы можно было бы, победу надо делить на всех. Диплом 2-й степени у команды «Щи» школ номер 20, диплом 3-й степени у лицеистов команды под названием «Во-первых». Все КВНщики получили подарки от спонсоров, в том числе команды «Баба Нюра» гимназии номер 9, «Хохотен» школы номер 10 и «Трудное детство» школы номер 8. Огромное спасибо всем тем, кто сегодня стоит на сцене. Вы действительно большие молодцы. Несмотря на мороз, нам здесь было жарко. Организаторами выступил отдел образования администрации при поддержке студенческой лиги КВН. Отдельно специальными призами были отмечены КВНщики из команды «Знай наших» и «Ёжики в тумане».